нас есть что сказать друг другу. Да. Но на самом деле я бесконечно благодарна Грише за такое вообще замечательные 4 месяца. Я и ты такие разные. Ты и я такие разные, но горячей дружбой связаны мы с тобой. Очень много положительного, конечно, вспоминается, да, об этом проекте. Очень, да, очень хорошо положительно об этом проекте. Все. Я уже поймал себя на том, что я, когда смотрю сейчас вот соревнования по фигурному катанию, как-то я сидею быстрее, чем раньше. Я знаю, что это такое изнутри. Хочется поздравить всех наших телезрителей с таким замечательным праздником, Новым годом. Новый год, конечно, это в первую очередь семейный праздник, поэтому вот я со своей стороны хочу пожелать вам, вот обратите внимание на своих близких и вспомните, что вы их очень любите. И тогда будет все замечательно в новом году. С Новым годом! С Новым годом! Банк ограбили! Елена Леонова и Григорий Ситвинда! Елена с Григорием очень быстро, практически сразу, нашли свой неповторимый стиль и все время пытались ему соответствовать. Фигуристам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы дойти до финала. Но я не могу не похвалить Григория. Его прогресс очевиден. В каждой программе он демонстрировал новые элементы фигурного катания. А партнер, что у него, между прочим, неоднократная чемпионка мира среди профессионалов в парном катании. И даже в этом показательном танце мы увидели некоторые достаточно сложные с технической точки зрения элементы. Здравствуйте! Сегодня вы катались прекрасно. Наверное, вы очень соскучились друг по другу. Да, очень соскучились. Я очень соскучился по этому великому виду спорта, фигурному катанию. Надо сказать, что вот отсутствие соревновательного момента
сказывается не в лучшую сторону, потому что вот этого адреналина все-таки не хватает. И ножки чуть ли начинают заплетаться, и начинаешь чуть ли не падать, забывать элементы какие-то и так далее. А когда ты собран, когда у тебя впереди оценка 6-0, ну ты ее хочешь, по крайней мере, потом получаешь 5-7, но хочешь 6-0, у тебя как-то все в организме работает по-другому. Вот жалость какая. Ну, ничего страшного. Мне кажется, что Гриша сегодня справился со своей задачей как и мог. Вернулся очень достойно на лед. Спасибо, Ленска, спасибо. Ну вот, а я сейчас хотел бы сделать такой неожиданный ход. Я бы хотел пригласить сюда одного замечательного человека, которому я хочу передать, вернее, не которому, я просто хотел бы передать Лену в более надежные и сильные руки. Поэтому встречаем Андрея Хвалько. Андрей, спасибо тебе огромное. Я тебе возвращаю супругу в целости, сохранности, не уронил. Ронял, но не больно. Не больно и без травм. В общем, пожалуйста. Спасибо, Гриш, большое. От лица нашей пары, от меня и от Насти Мыскиной, мы хотим поздравить всю страну с Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия. Ну что ж, я очень рада вернуться обратно в эти сильные руки. Ну а сейчас мы бы хотели представить самую, наверное, романтичную пару нашего проекта. Все, кто видел их на льду, все их танцы, с нами согласятся. Но кроме всего этого, они еще замечательные люди и очень хорошие друзья. Итак, свой заключительный танец на этом катке исполнят Лариса Вербицкая и Повелос Ванагас.